Сегодня поговорим о утках. Чем можно, а чем нельзя кормить пернатых? Сначала поговорим о том, чем нельзя кормить уток. Основная масса горожан подкармливает уток белым хлебом. Утки его, конечно, очень любят. Но в больших количествах белый хлеб приводит к ожирению внутренних органов. И чаще всего они погибают, потому что сердце у кряк не выдерживает. Самое главное, не кормить уток присвинелым хлебом. Черным хлебом также кормить нельзя. Наевшись черного хлеба, утка мучается от несварения и может из-за этого умереть. Также нельзя давать пернатым продукты с пряностями, с приправами, сахаром, соленые, копченые, ну и так далее. Чем можно кормить уток? Для подкормки уток подойдет нежирный творог, вареная перловая каша или злаки. Также хорошим вариантом будет корм для кошек или собак. Его можно бросать сухим прямо в воду. Следуя таким простым правилам, вы поможете пернатым пережить зимние холода. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!